Румыния снова включила Молдову в список стран с высоким эпидемиологическим риском. С понедельника, 15 февраля, молдаване с румынскими паспортами, въезжающие в соседнюю страну, должны соблюдать карантин, а остальным нашим соотечественникам въезд запрещен. Срок карантина сокращен с 14 до 10 дней для тех, кто предъявит документ, подтверждающий отрицательный результат теста на COVID-19, выполненный в течение 72 часов до поездки. В его отсутствие предусмотрен двухнедельный карантин.